Снова всем привет, дорогие друзья. В Seven Days to Die у нас начинается 47-й день. Я тут нашел вот такую стоянку, почему-то обойденную моим вниманием в плане машин. И сегодняшний день мы начнем именно с этого, с ковыряния машин. Нет места в очереди. Ну и хрен с ней, значит, с этой банкой. Неизвестно, какой расход у автожира, поэтому надо... А, да, вот почему я здесь не облутал, потому что я сюда ходил по заданию на этот завод, по-моему. Поэтому машины здесь стоят. О, пятый топор. Кстати говоря. Так, ну и пружинки возьмем пока. Удивительно, в машине пятый топор. Лучше бы пятый пулемет. Так. Итого у нас 3200. Но я думаю, что до стака мы сможем добить на этой стоянке. Стака бензина. Доски. То есть бензин, видите, начинает идти со второго только уровня машины. Так, захламляется у нас инвентарь. Давайте вот это я уже начну выкидывать просто, потому что эти двигатели тупо некуда девать. И смысла их собирать тоже нет. Лучше всего, конечно, вот второго, либо третьего уровня машины разбирать именно на бензин. А еще лучше найти пустыню. Так, 4400, и стака все равно нет. Вон я вижу еще одна машина, давайте ее тоже ковырнем. Я все время... А, и вон еще машины стоят. Ладно. Я все время думаю, что уже вот-вот закончатся машины в этом городе, и все дальше и дальше мне нужно отъезжать от базы, чтобы найти эти машины. 4700. Ну ладно, ограничимся этим. Погнали на базу. Кстати, не так уж и далеко я отъехал, блин. Или я что-то путаю? А нет, довольно далеко. Я через весь город, получается, проехал. Вот еще, кстати, машина. Не знаю, спавнятся здесь зомбаки на этой полянке или нет. Будем считать, что нет. И вот еще машина, надо же. Вот так, и здесь машина еще есть. Слушайте, тут еще лутать, не перелутать. По идее, в домах, которые с гаражом, тоже может быть машина. Если мы будем... Ну, если бы мы получали, вернее, задание на эти дома, то машины там бы обновлялись. Но задание на дома, наверное, я уже брать не буду. Сейчас меньше четвертого уровня мне уже не интересно. Давайте поставим грузовичок вот сюда. Фары выключим. Итак, у нас получается 4800 топлива. 2000 минус. И это 100%. Ну, слушайте, у него бак поменьше. Гораздо меньше, чем у грузовика. Сейчас посмотрим, какой расход. Я хочу выложить лишнее.
Так, это мы сможем продать. Это мы сможем продать, только надо починить. Это сюда. Это сюда. Тут у меня, конечно, очередь еще стоит, но бог с ним, пусть будет. Бензин мы оставляем. Погнали. Я, честно говоря, даже не знаю, как им управлять. А, на пробел он взлетает. Кстати, у нас готова вертолетная площадка, друзья. Опа. Так, ну на пробел он взлетает, это я понял. А как? Как управлять-то и мать твою идти? Слушайте, я не думал, что это станет проблемой. Так, ну как тормозит, я вроде бы понял. Рулится мышью. Вроде бы. Уже 5% прочности мы потеряли и 3% по топливу. Ну пошел, пошел, пошел взлетать. Теперь вперед лети. Я не знаю, друзья. Я не знаю, как им управлять. Так, давайте заглянем в настройки. Что-то мне это не нравится. Так, транспортное средство. Вперед, налево, противоположное направление, направо, тормоз. Режим управления, гудок, прыжок. Прыжок. Турбо шифт. Ну давай ты слезай с этой крыши. Да, что-то мне автожир вообще не нравится, друзья. Вот вообще никак не нравится. Управление идиотское. А если я сейчас заберу его в карман, топливо пропадет. Хотел... Почему он задом-то не едет? Так, давайте-ка я сделаю паузу, когда разберусь с управлением, я вернусь к записи, а то это тупость какая-то. Слушайте, ну что-то у меня начало получаться вроде как. Кнопкой C он клюет носом, на пробел он нос задирает и набирает высоту. И, видимо, удерживая как-то баланс вот этот между... Между, короче говоря, положением носа вверх и вниз можно как-то вот держать высоту. Лечу я сейчас просто куда-то. Надо смотреть карту. Но мы там, кстати, с вами не были. Давайте направимся туда. Жму вперед и shift, и он вроде как летит. Будем осматриваться. Вроде бы высота одинаковая. Здесь у нас... Какой-то заводик, который нам не интересен. Ну и везде лес. Видите, лес, лес, лес. Биомы не меняются. А вон там, смотрите, что-то интересное. Давайте-ка посмотрим. По-моему, я там не был. Какое-то здание интересное, белое.
Или это только кажется так? Ну, просто какой-то магазинчик или какая-то херня. Ну, кстати говоря, мы можем... Ну, вернее, я смогу, если наловчусь с управлением, приземляться сразу на крышу, забирать топовый лут, например, на том же заводе. Пока там ребятишки не опомнились. Так, вот он набирает высоту. Вот так вот мы выравниваем нос. И он летит ровно. Вот так вот балансируя, вот я опускаю нос, он летит вниз. Поднимаю нос, он летит вверх. Очень странное управление, очень тупое, как по мне. А мы не видим города между тем. Все какие-то холмы, тропинки. Города нет. Нам вообще, по идее, нужно лететь на юг. Ну, я так думаю. И 50% топлива уже, кстати говоря. Нам нужно лететь на юг, найти какой-нибудь городишко и поковырять опять машины. Потому что иначе мы просто застрянем. Мне надо было взять хотя бы велосипед. Просто в инвентарь, чтобы у нас был альтернативный какой-то транспорт. Иначе я тут где-нибудь высажусь посреди ничего. Набираем высоту. И окажусь в неприятной ситуации. Так, выравниваемся, выравниваемся. Обзор... Вон, пустыня, кстати говоря. Вы знаете, наверное, я поверну в сторону пустыни тогда. Город это прекрасно, но пустыня это значит, мы сможем накопать с вами сланец. Вон там пустыня. Расход довольно-таки существенный. Мы летим, не сказать, чтобы быстро. Вообще не быстро. А топливо уходит. Единственный плюс это то, что можно игнорировать все вот эти неровности рельефа. В остальном такое себе. Если вот по дороге ехать, то грузовик мне больше нравится. Даже не учитывая управление, а учитывая вот скорость и расход. Давайте искать сланец. Его тут должно быть, по идее, до хрена. Вот я уже вижу. Так, 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 так. Ну, будем считать, что я приземлился. Сланец. А сланец чем копается-то, друзья? Он копается... Я кирку не взял. Молодец. Просто молодец. Копается он, конечно же, не топором. Где-то здесь я видел. Нужен бур, скорее всего, либо это самое. Да, так мы долго будем ковырять. Лопатой вряд ли. Но это типа камень, значит, можно будет сделать, наверное, топорик. Трава нужна. Так, и мне жарко. Мне уже жарко. Топорик, я сказал. 4-го качества у нас всего лишь. Но подолбим немного вот этот сланец. Ну, такое себе развлечение. Смотрите, сюда нужно приходить с буром. Да. Без бура здесь нечего ловить. Или хотя бы с хорошей такой киркой. А топором этим... Тут можно употеть. Нет, нафиг. Пойдем. Пойдем. Давайте оглянем, кстати говоря, окрестности. Города не видно, к сожалению. Значит, нам нужно опять лететь на базу.
На базу, я сказал, лететь. Я надеюсь, хватит нам топлива долететь до базы. И чё-то мне автожир вообще не зашел, друзья. Вот не знаю. Это нужно сейчас закапываться в эту гору в поисках сланца. Накопать хотя бы несколько стаков сланца. Тащить с собой кучу бензина. У меня, кстати, есть бензин с собой. Мы же не все залили. Мы залили 2000, а у меня еще с собой 3000, по идее, где-то бензина. Да, что-то я погорячился. Давайте-ка мы снижаемся. Потренируемся в посадке. Опа, ну, почти, почти. Почти. Заливаемся. Меньше получается у меня. Да, вот, ну взлетел. Смотрите, уже лучше, уже получается у меня. Едем мы на юг. Так, норд это север, значит юг это вот туда. Набираем высоту и летим в поисках небоскребов. Вот я вижу уже что-то нарисовывается. Были мы там? Были. Этот городишко мы знаем. Но все равно. Выбора у нас нет, придется лететь туда. Да, вон она, пустыня. Я думаю, что до пустыни нам даже проще будет доехать на грузовичке, чем гонять этот автожир. Не знаю, можно как-то его ускорить? Я вот не нашел такой кнопки. Это я на Shift сейчас жму постоянно, вперед и Shift. Смотрите, кстати, на крыше надпись SOS. Видимо, кто-то там выживал и не дождался помощи. Вон видны две фабрики, которые мы с вами исследовали. Ну, какую-то из них точно исследовали. Вон еще пищевая фабрика. Это оружейный завод и пищевая, и там вот еще пищевая. Небоскребов, как видите, нету. Дальность у меня не то чтобы сильно как бы стоит, но приличная дальность. И небоскребов нет. Смотрим карту. Я думаю, что да, здесь еще далеко на юг можно долететь. Сделаем это. Книжный. Я думаю, что я мог бы приземлиться, конечно, на крышу, если как бы выбрать, как бы сказать, правильный угол. Но там же сразу набегут зомбаки. И не дадут нам просто так совершить спокойно посадку, и взлет тем более не дадут совершить. А здесь у нас просто леса. Просто леса. И никаких небоскребов. Странная текстура была елки вон той. И вон, но это, видимо, стандартная текстура такая. Текстуры у меня как раз порезаны. Только в самом близи он видит нормальные текстуры. Давайте перекусим. А мы не можем, да? В автомобиле мы не можем. То есть еще и нужно спускаться, чтобы сожрать кусок мяса. Это странно. Так, вон я вижу какой-то город. Что-то там отрисовывается. Давайте туда рулить. Были мы там? Смотрим. Да, там мы краешком были. Вот здесь вот краешком мы были. Тоже там пищевая фабрика виднеется.
И тоже небоскребов нету. А там зима, по идее. Вон там он. Да, вон я вижу зиму. Но здесь нам нечего ловить. Давайте в зиму полетим. Посмотрим. Может быть, там есть какой-нибудь город приличный. С небоскребом. Довольно большой биом, но города что-то я не вижу особо. А, вон город, смотрите, я вижу город. Текстурки прорисовались, но здания еще нет. Сам по себе биом зимний прикольный, но там довольно опасно, потому что там пумы спавнятся. Ну, по крайней мере, у меня такой опыт, что там куча пум. Гораздо больше, чем у нас в нашем зеленом волков и медведей. Но небоскреба пока что нету. Тоже фабрики. Сразу туман какой-то. Мы сразу мерзнем. Погода испортилась. Давайте снижаться. Тихо, тихо, тихо. Как он странно. Странно снижается. Так, надо пожрать. Прежде всего. Прежде всего надо пожрать. Еще у меня 1000 топлива есть. Давайте зальем. Все, топлива больше нет. Активируем давайте вот этот вот. Вот эту карту сокровищ. Я вот не знаю, можно их активировать все сразу или по одному. Так, и где у нас это сокровище? Вот оно. Но сначала нужно исследовать город. Давай, давай, подлетай. И то у нас не полный бак, видите? Тоже пожарка такая же, как моя. Здесь церковь. Интересно, будет у меня отниматься здоровье, если я буду мерзнуть? Я что-то этот момент не в курсе. Снова сос на крыше. Вот и весь городок. Видимо. Кстати, нет фонаря у этого автожира, то есть мы будем лететь в темноте, судя по всему. Это у нас, кстати, книжный, по-моему. По-моему. Это у нас стрельбище, смотрите. Да, это стрельбище. Ну и все, город закончился. Небоскреба здесь нет. И ловить здесь, в общем, по большому счету нечего. Каких-то особо интересных зданий тут нет. Вот опять пищевая вот эта фабрика. Давайте подлетим к сокровищу. А, еще больница, по-моему, есть тоже 5 уровня. Больница большая. Не только небоскреба. Но ее я тоже не видел. Здесь у нас что-то, какой-то дом. Как-то текстура, смотрите, интересно сделана. В горе такой дом. И в горе дырка. Специально под этот дом.
Короче говоря, автожир своих денег вообще не стоит. Вот вообще не стоит. Так, а ну-ка вот здесь вот я вижу еще. Подождите, с сокровищем. Вот я вижу, что-то прорисовывается. Или это просто горы? Да, это просто горы. Нахрен тогда. Целимся в сокровище. Постараемся сделать посадку плавнее. Насколько это возможно, в принципе. Но уже почти, смотрите, уже почти. Так. И поехал. Молодец. Просто молодец. Но врагов вроде бы нет. Однако зона для раскопок довольно большая. Приступаем, друзья. Благо здесь, смотрите, как интересно, копается с первого удара. Но у нас потому что хорошая лопата. Так, мы приближаемся. Ну так, условно приближаемся. Единственное, что я надеюсь, что не будут спавниться зомбаки после того, как мы раскопаем сокровища. Куда он движется? Да, он в ту сторону движется. Я думаю, что лучше будет начать нам копать вот здесь. Сразу. И мы, кстати, получаем снег. Я не знаю, на что он пригоден. Сейчас мы посмотрим, что из него делается. Слушайте, он издевается надо мной. Так. Я слышу звуки непотребные. Но никого не вижу. Продолжаем копать. Возможно, это просто ветер. Так, куда он? Куда он опять смещается? Ну, смотрите, как он... Гадство. Как будто специально. Тихо, тихо, тихо. Что ты делаешь? И мы типа снова приближаемся. И он снова от меня уходит. Куда бы я ни копал, он смещается в другую сторону. Ну куда мы опять там приближаемся? Вообще, есть надежда, что это сокровище вообще, ну, как бы находится изначально в том круге первом, который мы увидели. Или же нет. Хоть земли добудем, глины там. Для крафта слитков. Вот оно. Заперто. Тут еще и заперто. Есть смысл конфету жрать? Интересно. Давайте сначала вскроем. Сожру конфету, посмотрим, что там вообще бывает. Конфета, правда, одна, но бог с ним. Смотрите, с первой отмычки. Жрем. 374 мы нашли куска снега. Ну, деньги. Деньги это хорошо, это мы ломаем. Денег, кстати, немало. В принципе, неплохо. Карта сокровищ найдена. Давайте активируем сразу другую карту. И летим туда. Да, хочу посмотреть, что делается из снега. Мутная вода, смузи. Ну, понятно, жратва. Как ни странно, снег это жратва. То есть построить... что ты делаешь?
Построить из снега дом, видимо, здесь не получится. Кстати, нет, есть лампа такие. Ну, давай, 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 давай. Полетели. Худо-бедно справился с управлением. Так, задираем немного нос. Да. Сейчас шмякнется еще и о землю. Блин. Ну, нужен навык. Мне это напоминает, знаете, GTA 3. Там был такой самолет Додо, по-моему, назывался, да? Полетать на котором можно было только с помощью читов. И я долгое время, используя читы, попадал на аэродром и тренировался летать на этом самолетике. Летал он примерно так же, как и вот этот вот автожир. Так, только не в воду давай, а то... Что ты делаешь? Нет, слушайте, ну мне это категорически не нравится. Ну так, стой тогда. Так, и здесь у нас снова снег и песок. Давайте с середины копнем, посмотрим, может быть... Нам сразу дадут знать, что мы приближаемся к сокровищу. Или нет? Да. Мы приближаемся, но вот в эту сторону, получается, нужно копать. Снова приближаемся. Да, сторону я выбрал правильную, вот только сколько еще копать? А, вот он, кстати говоря, у нас действует еще баф, поэтому вскрываем сразу. Но здесь быстрее получилось гораздо. Да, вот только отмычки. Придется ломать отмычки. Блин. Да что такое? Так, что-то мне это не нравится, друзья. Давайте-ка попробуем, может, его так взломать. Но у него 7000 прочности, я упарюсь взламывать его. А ну вот, надо было его сразу стукнуть. Ну, деньжата, деньжата в основном. Остальное такое себе. Добро. Ну и третью карту давайте сразу, чё бы нет. 600 метров. Тоже где-то в снегах. Полетели. Да, я замерз, я вижу, но... И что? Так. Как-то так. Мы не успеем уже, ну, как бы задействовать баф. Кстати говоря, это уже снег закончился. Тоже лес. Замерзать я перестаю. Надо уже потихонечку снижаться. Надеюсь, он не под водой где-нибудь. Вообще такое возможно, интересно, чтобы клад был под водой. Лопастями он не задевает, кстати, деревья. Это уже неплохо. Смотрите, как я. Хоба, плавненько. Так можно наловчиться и сажать его на крышу здания. Ну, своей базы, в частности. Мне бы хотелось этого.
Мне не нравится в игре несколько вещей. Некоторые итоги хочу подвести, пока мы копаем. Первая и главная вещь — это отсутствие стелса. Ну, то есть как отсутствие? Его фактическая неюзабельность. То есть он как бы есть, но как бы его и нет. Еще как бы крикуха к нам не пришла. Вот, это самое главное, что мне не нравится. Второе, мне не нравится спаун зомбаков. То есть когда они в здании спаунятся у тебя перед носом. То есть ты заходишь, подходишь вернее к зданию и видишь, что никого нет. Заходишь внутрь, и они вот прямо у тебя материализуются. Мы это могли отчетливо наблюдать, когда последний завод с вами зачищали. Там была такая ловушка, падающий пол, и под ним зомби. То есть разломал пол, зомби ты не видишь. И ты их увидишь только когда упадешь внутрь. Вот это мне очень не нравится. Если бы можно было, допустим, зная про ловушку, сломать пол и расстрелять зомбаков сверху, да еще под стелсом, это было бы гораздо лучше. Допустим, если был бы какой-нибудь, я не знаю, костюм для стелса, специально предназначенный. Такое было, по-моему, то ли в 15-й, то ли в 16-й альфе я зачищал под стелсом дома. Потом стелс этот похерили, и мне стало не так интересно уже. Так, ну карты мы с вами забрали. Давайте посмотрим, где мы находимся. Так, ну вот он наш большой город. Я думаю, что вот здесь вряд ли будет город. Вот отсюда идет какая-то дорога. Значит, нам нужно... Здесь тоже он какой-то отдельно стоящий город. Никаких дорог из него фактически не выходит. Я их не видел, по крайней мере. Нам нужно двигаться на запад. Запад это... Вот туда. Взлетай, 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 взлетай. Ну что ты делаешь, а? Запад, я сказал, запад. Вот. Так, а что это у нас? Дорога какая-то. Ну-ка, подождите. Дорога, она обычно ведет в город. И да, действительно город. И завод я вижу, но небоскребов... Так, 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 выравниваемся. В этом городе мы были. Нет, не были, смотрите, это новый город. Здесь я вижу фабрику. Гребаный туман, конечно, сильно мешает. А ночью мы вообще ни хрена ничего не увидим. Только так вот, на горизонте вот. Но в этом городишке нету больших зданий. И сам городишко маленький. Но мы летим на юг сейчас. Так это какая-то... Чё ты? Бензин кончился. Твою-то мать. А как я не спалил? Ну и все, друзья. Мы оказались с вами в каком-то неизвестном городе. На ночь глядя, без топлива. Прикольно, прикольно, чё. Отличный автожир. Просто супер. Да, бензина у меня нет. И места в инвентаре особо нет. Просто суперский автожир. И я вижу любимую мою водокачку. Наилюбимейшую. Вот он, этот городишко. Получается, что дорога здесь есть. Да, вот, видимо, вот этот вот зимний город. А вот сюда, скорее всего, ну вот разве что вот так вот как-нибудь они соединяются. Надо искать машины. То есть даже велосипеда у нас теперь нет. Ну вот машины я вижу. Давайте ковырять их. Что остается-то, собственно говоря? Да, зомбаки проснулись. О как, смотри-ка. Даже дикий товарищ тут у нас.
Там еще какие-то ворчат. А, вон он. А как они меня услышали оттуда аж? Это что вообще за здание такое? Непонятно. И это еще не все. Где-то еще ворчат. Но здесь вот на территории не должно быть. Вроде бы как. Прикольно, прикольно. Но нам нужно 2000 на полную заправку автожира. 2000 топлива. Так, с меня падает уже. Это значит, что у меня нет места, да? Это можно сломать, это нам не нужно. Молоток этот нам не нужен. Железо можно оставить, в принципе. Вот это нам не нужно. Синтетика. Радиатор. Пружина. Синтетика. Ладно, это все барахло. Главное, это топливо. Все остальное собирать нам смысла никакого нет. Я бы даже сразу это пустил на слом. 700. Две машины, 700 топлива. Прикольно. И опять привет стамина, друзья. Даже можно пожрать. И по идее у меня не так, чтобы густо. Да, велик нужно с собой таскать, короче говоря, с этим автожиром. Потому что так несерьезно. Много машин возле завода. Давайте туда отправимся. Там на парковке стоят всегда машины. Медсестричка. Что ты хочешь? Почему 500 мне дали? Это считается, что я в здании, что ли? Ну, это типа такая, как мини-свалка. И, видимо, да, игра считает, что я в здании. У меня там были какие-то навыки на то, что опыта больше в здании. Но она не дикая никакая, ничего. Просто обычная медсестра. И 500 опыта за нее дали. Фара, пружина, пружина, пружина. Так, радиатор ломаем. Это ломаем. Хорошо. Сумочка. Это нам не на... Ой-ой-ой-ой-ой, собачки. Собачья орда. Смотрите, они прям бегут так целенаправленно. Волчья, вернее, орда. А те куда-то побежали в сторону. Но мне их надо устранить все равно, потому что они нам спокойной жизни не дадут. Я уже подумал, что это зомби-собаки, но это просто волки. Мясо с них добывать я не буду. Места у меня нет. Мне нужен бензин. Странно, что один волк меня увидел, а два нет. Ну и, к счастью, они обычные, не дикие, с горящими глазками. Иначе нам бы пришлось не так легко. Оружейный заводик у нас здесь. Так, ну ничего с меня не сыпется, это хорошо. Целые машины я, наверное, не буду сейчас трогать. Потому как... С них куча хлама валится. Хлам мне не нужен. Пятый, кстати, молоточек. Но мне некуда, абсолютно некуда его брать. Поэтому пусть пока полежит здесь. Тупой лут у нас, по-моему, вон там. Нет, вон там, вон. Да?
Или вон там, я уже забыл. Ну, по-моему, вот на той площадке топовый лут. Чисто теоретически можно было туда подстроиться фреймами, да, и просто залутать. Но мы так, конечно, делать не будем с вами. Итого, 3000. 3000, но я думаю, что можно еще подлутаться. Придется и целые эти машины тоже ковырять. Чтоб не бегать тут по всему городу. Шестая лопата. Но она железная. Моя стальная круче. И стоит она недорого. Ломаем. Сейчас всякие двигатели и аккумуляторы с меня просто вываливаются, видите, в мешочках. И это на самом деле хорошо. То, что мы не захламляем себе инвентарь. Вот радиаторы. Латунь это, конечно, прекрасно, но... Пока обойдемся, короче говоря. Автожир, конечно, такое себе, но с другой стороны, на грузовике мы бы так быстро не объехали полкарты. Да мы фактически полкарты объехали, мне так кажется. Я потом, если не забуду, зайду в редакторе, посмотрю карту целиком. Ну, во-первых, просто какую часть из нее мы разведали. Во-вторых, хочу все-таки найти небоскребы. Я думаю, что не будет каким-то злоупотреблением, если мы эту карту осмотрим, потому что, ну, мне вообще не везет на них. Так. Почти 5000 у меня. Сразу давайте на запад ориентируемся. Правильно же, да? Да. На запад. И полетели. У нас дело к ночи. Наверное, эту дневную серию я буду на этом заканчивать. Я не знаю, смогу ли я что-нибудь увидеть здесь ночью. На этом я с вами буду прощаться. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.